Пурначанда Махарадж. Пурначандра Махарадж рассказывал историю своей жизни, как он однажды, когда он распространял книги в марафон Шрилы Прабхупады в декабре, он предложил книгу одному парню на парковке. И парень посмотрел на книгу и на него и сказал: «Ну, а ты сам не читаешь ли книги?» И Пурначандра Махарадж, он аж ахнул, подумал, что Кришна мне намекает, и решил посмотреть, что же в этих книгах. И читая эти книги, он нашел их интересными. Он нашел некоторые вкус в них. И он... Это было интересно, что он прятался, чтобы их почитать, потому что он понял, что если он читает книги Шрилы Прабхупады, то он в мае, и он стал выкраивать время на чтение этих книг. И когда он читал, у него появился вкус с ними, он стал распространять их все больше и больше и больше и больше. Так что это благоприятно на всех уровнях. Такова их милость. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.